Чтобы предотвратить вспышку инфекции перед новогодними праздниками, в Первуайском водоканале проведут дополнительные мероприятия по очистке воды. Мы разработали план дополнительных мероприятий, который будет включать в себя увеличение количества заборов проб на наличие ротанорвирусов, дополнительное гиперхлорирование с 18 числа начинаем, после этого выполним промывку сетей. Добиться снижения уровня заболеваемости кишечными инфекциями рекомендовали в Роспотребнадзоре. Напомню, незначительный рост в 15% произошел в ноябре. Тем не менее, источник кишечных инфекций вряд ли находится в водопроводной воде. Специалисты Роспотребнадзора круглый год берут многочисленные пробы. Однако руководство водоканала приняло решение провести дополнительные мероприятия по очистке. За медицинской помощью с подозрением на отравление обратились 73 человека, более 50 – это дети. Заболевшие проживают в самых разных районах города, а также в поселках. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали усилить меры профилактики. Жителям мыть руки и кипятить воду. Нужно соблюдать элементарные правила и употреблять для питья кипяченую воду, и использовать кипяченую воду как для купания детей, так и для мытья посуды. После мытья рекомендуется обдавать посуду кипятком.